Здорово. Сам не болей. Чё как? Слушай, спасибо, что выручил. Ну а как ещё? Тема-то кондовая. Женитьба в полный рост. Старик, Фиби будет в восторге. Нежный ты цветок, Нига. Ну, люблю я её. Правильно, когда шибко любишь, надо впрягаться. Ну чё, покисла и в сиськобар? Нет, 8 метраж ещё. Черри прогресс, внимание. Запущено множество Мандельброта. Нарушен протокол хоровое эхо. Это песня, что ли, какая? Зараза. Нет ничего опаснее! Эй, вы чего с моей тачкой делаете? Шмального убийцы! Фиби, я двоих человек убил. Ага, ништяк. Они с пушками, ножами, отморозки в общем. Ты копам звонил? Нет, не звонил. У меня же дубасы, грибы в тачке. Да как ты такое учудил? Не знаю, я вообще ни хрена не понимаю. Кое-что ты весь какой-то в смятении. Нихера! Извините! А ну брось! Этим летом активирован агент Хауэлл устранил двух оперативников ложкой, сэр. Грёбаной ложкой? Мы его устраним. Ты охренел, что ли? Что за выражение? Идеальный секретный агент. Что-то со мной неладное. Я людей валю пачками. Есть вероятность, что я робот. Никакой ты не робот. Тёлка в пацанской берлоге? Не, Майк. Хуй там. Становится идеальной мишенью. Он профи экстра-класса и угроза национальной безопасности. Ты весь город решил подорвать? Лови! Помогите! Я спасу свою девушку. Живо, живо! Джесси Айзенберг. Кристен Стюарт. Ну, да, старый пули сковородковый фокус. Ультраамериканцы. Сядем в тачку и раскуманимся. Вот прямо сейчас, что ли? Ну, да, 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 если подумать, то это, конечно, фопа. В кинотеатрах с 27 августа.